Сегодня мы с вами приготовим дальневосточный завертон с гребешком, друзья, который водится на Дальнем Востоке. Ждем, пока масло станет горячим, и затем добавляем гребешок. Не часто мешайте. Дайте гребешку карамелизоваться, чтобы у него была вкусная поджаристая корочка. Мы его не мешаем около 30-40 секунд. Мешайте аккуратно и держите лопатку тылом кверху. Мы возьмем пшеничную тортилью, кладем огурчик, наши вкуснейшие водоросли, и заправим это все соусом. Аккуратно подгибаем края, заворачиваем. Дальневосточный завертон с гребешком и водорослями готов, друзья! Приятного аппетита! Сегодня я для вас приготовлю дальневосточное какао. Сначала я добавлю молоко коровье, молоко кедровое, и поставлю на самый медленный огонь. Пока молоко разогревается, можно добавить варенье из таежной сосновой шишки. Мы добавляем его вместе с шишками, они дадут нам легкую сосновую нотку. А теперь добавим какао-порошок, который мы готовим сами на Дальнем Востоке. Мы готовим наше дальневосточное какао на медленном огне, доводя его до кипения. Наше дальневосточное какао готово.